Всем привет, уважаемые участники нашего клуба. Сегодня хотел бы поговорить с вами про краску Тами, а именно про эмалевую и акриловую краски. Многих пугает эмалевая краска из-за резкого запаха. Но я сейчас вам расскажу, как можно ее разбавлять, чем пользоваться, чтобы она не сильно пахла. Эмалевая краска очень прекрасно разбавляется. Бывает спиритом от фирмы Тикурила. Данная жидкость, данный спирит, он с легким запахом. Но на самом деле запаха практически не чувствуется. У изопропилового спирта запах намного резче. Изопропиловый спирт я применяю для разбавления акриловой краски. Вот. Разбавляю ее под аэрограф один к одному. Но бывает, когда краска, она немного густая, то есть ее я тщательно перемешиваю, но она все равно бывает какая-то густоватая. Поэтому нужно ориентироваться, что краску развожу до состояния молока. Она должна, как бы в аэрографе по бочке, она будет как состояние молока. Но в основном это всегда один к одному, бывает там один к полутора, может там один к двум. Всегда по-разному, всегда на глаз развожу, то есть как мне это как бы удобно кажется. Вот. Запомните, вот этот White Spirit, он стоит в районе 300-350 рублей, но лучше заплатить эти 350 рублей и не мучиться запахом, чем пойти на блошиный рынок и купить его за 30 рублей и потом мучиться от головных болей из-за резкого запаха спирита нашего, скажем так, отечественного. Вот. Далее поговорим с вами о акриловой краске. Акриловая краска, она на основе изопропилового спирта. Тут даже на баночке в инструкции это написано. Не в инструкции, а в составе. Поэтому, когда нету под рукой оригинального растворителя от фирмы Тамия, я купил вот такую вот штуку. Называется изопропиловый спирт. Совершенно обычный изопропиловый спирт. Купил его в магазине для лабораторий, которые занимаются обеспечением лабораторий всякой химии. Вот эта бутылка 1 литр. Стоит она тоже где-то 320, по-моему, рублей она стоила. Я эту бутылку один раз купил, полтора года уже ей крашу. И крашу, развожу и промываю аэрограф, все им делаю. Развожу я данную краску также в пропорции 1 к 1. Вот, ну, тоже нужно смотреть все индивидуально, то есть, может там один к полутора кто-то, один к двум, то есть, нужно смотреть, на глаз обычно развожу, но в основном это один к одному, один к полутора. Вот, еще запомните, пожалуйста, что применяя неоригинальные растворители, вы берете на себя ответственность, что можете запороть модель, запороть аэрограф, запороть, не знаю, даже краску, если прям в баночке разведете. Потому что все жидкости неоригинальные, они могут привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому я как бы сам взял на себя ответственность и применил вот данные растворители. Это Тикурила White Spirit для эмалевой краски и изопропиловый спирт для акриловой краски. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания, ожидайте следующих обзоров.